штука. Так, третий трек пошел. Спасибо, Альберт Эйнштейн. Третий трек, говорю, пошел. Музыка из-за рекламы, как будто, кстати. Я ношу хай-фэшн, как Леди Диана. Maybe я принцесса для этих кварталов. Мои деньги чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин. Только, baby, мне этого мало. Ссылка на азиатов. На карете у входа в дворе. Королевство холодных сердец. Это Блэй благородных кровей. На ней диадема и строгий корсет. Селебрити для блока. Наследница престола. В косулице с налоги. Их деньги на нет. Пекенная икона. Везде они с погода. Надела долгий лук. И завтра в нем будут все. Я ношу хай-фэшн, как Леди Диана. Не Мия принцесса для этих кварталов. Трек. Ну, мне, ну, это... ну, он мне очень нравится, мне очень нравится, что Коля прям угорает с этого трека. Он его, ну, прям попал куда надо ему. Ну, меня разъебала строчка, в казну летят налоги, их деньги на мне. Это прям как будто она такая, надо что-то умное сейчас сюда вставить, надо умное. Типа она казна. Казна, деньги, налоги. Ребята, я не могу найти интернет-прикол. Самое обидное, что сейчас, если его найду, он кажется не смешным, будет очень грустно. А мне кажется, то, что это, знаешь, некоторое такое, знаешь, мета-комментарий, а на четвертую стену взлом. Она же проплаченная вроде, да? Я правильно понимаю? Пропутинская. Но наверное, в этом был у нее панч. Альбом эксклюзивно в ВК вышел, сам как думаешь? Ну, ну и рифмы панчи вообще-то главное, по рифмам панчам вообще. Вот. Она с Галатом ебалась, это, по-моему, только пропутинские делают. А ты проверил? Ну я же ебался. А с кем? С Галатом? Моя попа пук-пук-пук, моя вагина пис-пис-пис. Лифт завонял, а во мне еще немало. Я слышал, что вагина тоже пись-пись, ой, пук-пук делает, точнее. Я слышал такой слух, ходил. Из вагины? Слышал. Да. А вы в курсе, что этот трек про то, что... Коля, я кинул прикол. Прям как китайцы делают деньги на уйгурах. Да, это неправильный прикол. Так, тихо. Да, а, ну это я видел, ну давай. Мужики, скиньте, пожалуйста, прикол с ребенком. Я не могу что найти. Что за уйгур? А простите, пожалуйста, молодой человек, можно я вперед вас? У меня только сливы. Сливы. И у нас сегодня предновогодняя распродажа. Что бы вы хотели? Мне надо, понимаете... Нубук. Этот... Нубук. Нубук. Ты 17 лет по тюрьмам чалишься. Зачем тебе домой? У меня жена рожает. Жена рожает. А куда пошел морячок? Какой морячок вам? Никакой не морячок, я пожарником был. Я пожарником был. Охуенный. Знаешь, где ты его видел? Ну, я-то знаю, где я видел, я все эти номера видел. Нет, я тебе этот видос кидал. А, ну, я, да, я его смотрел. Точно.
Да. Не-не, я видел, что вы общаетесь вне стрима. Я 100%. Коля мне постоянно пишет, каждый день. Сегодня вот писал. Он писал, что его типа, что его попа пук-пук-пук, а вагина пись-пись. Да если бы! Каждый день пишет. Ему Сеня Няш написал сегодня, что он знает про меня какой-то секрет, тайну. И Коля меня спрашивал, что за тайна. Бля, Яри, как ты любишь новые контексты вводить. Я хочу, чтобы у них перегруз информационный случился, вот у всех по стрим смотрят. Блять, может быть, вы видели такой прикол с ребенком? Я не могу его найти. Все, там, пошли типа, приколы на словах. В торговом центре висит, типа... Ребенок. Да, ну, в смысле, типа, на рекламе нарисованный. И у него, типа, ебало напополам разделено. И, типа, stop that написано. И он такой... Я не могу найти этот прикол, он смешно, пиздец. Ну, люди должны были понять. Не, я видел только прикол, где маленький мальчик идет по магазину, там камера висит, и он идет и на углу бомбу скидывает. Танину трясет. Это грустный прикол, на самом деле. Но мне понравился прикол про мои деньги чин-чин, чин-чин-чин, чин-чин-чин. Подожди, это не в прошлой песне, она же то же самое, по-моему, говорила. Вот тоже там что-то чин-чин-чин было. Не знаю, но мне, кстати, можно, потому что я официально азиат. Twitch, мне можно. Буряты — это азиаты? Ну, погугли. Я думал, буряты — это типа из города Буряты. О, там будет реально кавер на Moscow Never Sleeps. О, это должно быть вкусно. Блять. Москва. Как ты это сделал? Питер! Как ты этого добился? Ладно, так, пока ты ищешь прикол, смотрим дальше. Он там Зайка, по-моему, самый популярный трек, походу. Думаю, да. Легко. А, нет, Шимишимия 100%. Шимишимия, я слышал, это же... Почему это в этом альбоме, если этот Шимишимия вышел, мне кажется... Ну, я его месяца 4 назад как будто слушал. Или мне так кажется. Твой это трек или нет? Ладно, понравился любит. Добавляй песню в свой плейлист. Может, он синглом или листай дальше, ходил, чтобы найти то, что тебя зацепит. Я слушай, пока не открыл вложение с другом в переписке, я не обращал внимания, что он мне скидывает только прикол про Украину. Вот это Бэби поет. Блядь.
Ну, Мэй, Катя, Кищук, я ушла от серебра, там, это жесткий панч, конечно. Там есть интересный такой с посылом. Где она говорит, что я на что она молния Маквин? Да, меня тоже разъебало. Нет, сейчас я найду. Я вот не понял. Запретите использовать Бэйби. Я Маквин, говорит. А, да, кстати, Симсалабим мы вынесли в магазин, мне не понравилось, потому что в этом же нет смысла, она же за все платит, она сама говорит, то есть вряд ли она прям ограбила. А если ты все купила в магазине, то ты его не вынесла, ты просто сделала выручку магазина, это не считается. А, смысле, подожди, ему не вынесла, она взяла в руки, вышла из него, она вынесла, блядь. Что-то и оставила что-то... деньги в магазине, ебать. Ну так она вынесла, ты говоришь, она не вынесла. Нихуя себе, это не считается вынести. Ты можешь прийти ко мне в хату, взять все мои вещи, если ты мне фулл прайс за них вернешь. Что это про иностранных специалистов? А? Че? Ну, типа а? Арабы, ну, Симсалабим. Ну, тут весь, весь альбом на вот этом каком-то арабском вайбе есть. Да, а мне понравились мои буксы, как рубин... А, нет, мои все рубины, мои рубины... как буксы Миа Халифа. Да, я вот тоже не понял этот прикол. Мои рубины, как робуксы. У Миа Халифа же, ну, прям такое все, то есть, и рубины... Тут... А, типа у нее ореола огромные. А, это то, что на сосках? Да, да. Хибейший, я бы сказал. Так я и Вика там, блядь, такие. Юля, но... Бля, меня удивляет, что каждый раз есть люди, которые точно знают, за что Ярика забанят. Вот Мафикс пишет, Ярика забанили за спам про Путина, в частности. Откуда вы это, блядь, откуда вы? Ярик не знает, за что его забанили. Вы откуда все знаете? Блядь, Дрон, что ты так Ярик этого защищаешь? Его даже здесь нет, блядь. Мне интересно, я хочу знать. А если он забанен, он даже не услышит. Дрон в жопе пиропатрон. Да, летим на Москву. Я не могу. Нам не стиль от Маквин, maybe bitch, а Маквин. Это вообще пиздец. Маквин, а Маквин. Да, она очень много бэйби использует. Макмафин. Кусаю. Че, если убрать... Говорю, если убрать просто слово «бэйби», то там процентов 40 текста исчезнет. Она сколько раз использовала? Раз 5-6? Если убрать «бэйби», то песня, ну, типа, альбома не будет в целом. Да, есть такое. Вообще... Я попросил дайте мне мем с ребенком, мне должны помочь. Yes! Ой, блядь! Тебе помогут. Помогут, да. Точнее. Помогут мне тоже. Что это за хуйня? Так, сейчас я проверю. Сзади вроде членов нет. Можно показать. Сейчас покажу. Ты похож на девственника, лол. Заходи на стрим Twitch TV Хакеля. Нихуя себе. Это типа тебя девственники смотрят? Нет, меня вот смотрят. Ну-ка. Стой, давай стол поразглядываем. Но это мальчик. В смысле? Вот это? Да нет, ну, владелец. Какая разница, кто владелец? Я самое главное. Видел. Кстати, каждый первый в чате вот так выглядит. В курсе? Кстати, буквально. Это не шутка. Вот это разъеб, конечно. А нахуя ему шляпа? Коричневое ухо фараона. Смотри, там Макима в бандаже. Не, ну пошляк. Фу, блядь, говно нахуй ебаное. Аниме говно. И у него, кстати, у него клавиатура не геймерская, этот, мембранка, так называемая. Дракончик. У меня, конечно, у меня механика. О, кстати. Слышно? В тему стрима. Прикол про детей? Наконец-то. Нет, не про детей, про детей еще не скинули. Так, сейчас. Аскорбинка, maybe baby, радуюсь на свежим контентом. Я бы и пизду отлизал. А подожди, это не он? А, нет. Здесь какой-то Кирилл Ёшиков пишет, maybe baby, ВЛС ты не прочитаешь, я хочу извиниться, то, что я тебе ВЛС написал, мне искренне стыдно. Блин, прикинь, он такой рифмой панчи чекает, такой, о, блин, какой приятный человек. Очень пожалуй.
Вообще, ну вот, Maybe Baby, конечно, для меня полностью доказало, что восприятие женщины строится лишь на восприятии. Что можно кого угодно... Можно кого угодно заставить быть сексуальным, если все в это массово, коллективно поверят, понял? А кто-то считает ее сексуальной? Тут надо быть ведомым максимально, я это не знаю. Ну я ведомый, да, ну... Ну вон у нее сосочки торчат. У меня писька играет, ты чё? Чё, Алисон, у тебя писька торчит? Писька играет у меня, и чё? А в чё? Ведьмака 3? Почему именно Ведьмак 3? Говно игра, ебана, потому что... Тихо, тихо, писька идет, писька. Блин, писька это смешно. У-ху! А, слушай, а писька такая смешная, как жопка. Ребят. У меня справа, ой, слева что-то колет. А вы что, смеетесь-то? А справа что-то ярит. Дронит. Дронит это в голове, я слышал обычно. Либо дронит письку, тут два варианта. Коля, включай музыку. Дронит письку, это сильно. Анус Maybe Baby огромный, как садовое, что? Все суть ей наебалу, будто бы унитаз, пизда вся заросла. Шипит, как водосодовая, насрал ей в капюшон. Она теперь калалма, калкамас. Типа, Коля фристайл читает, типа, или что-нибудь? Нет, это Ярик «Взорвися» пишет. «Взорвися» это типа, ладно, похуй. Бля, где прикол про детей, сука? Что это за картинка? О, у меня нет, классно. А слева это дрон? Да. Нет. Тебе вот с ним похож? Махаться. Так он на моего отца похож, я уже натренирован, получается. О, удобно. Отец младенец? Так, ладно, не отвечай. Тихо. У меня мама. У тебя мама младенец. Тихо, зайка. А где? Следующий включай. Там нету. Значит, тут еще включай. Она сингловая. Девочка фэнси, едет на русовом мессе. Maybe ты crazy, слэмми на каждом концерте. Аривидерчи. Но я не из Джерси. Это зайка Лола, да, не прям из Луни Тюнс. Подняла двери, ламбо, повернись руками на капот. Говорю фэнам, камон, они говорят, мама, мы с тобой. Если будет нужно, заплачу, а не мой, не думай про бабло. Если будет муж, ему куплю роликсы, сумку и кольцо. Аромат Голливуд, у Голдстатус, Майбах, ее вайбы, ку-ку. У, такая зайка, в 5 утра на полу. У, Бетани, Айкона, не скажут ку-ку. Для гастрольных графиков я девчонка с блоком или уличные граффити. Я неприкасаемая, моя спальня камеры. Твоя Нина Ричи, бэйби, с ароматом зависти. Картина на ушах, стадион на носу. Мне не нужна охрана, мои бойс in the hood. Всем моим бывшим огромный салют. Я им не по зубам, пусть они локти грызут. Maybe, с кем ты, где твои парни? Я люблю только Роберто Кавалли. Детка, где твои деньги в кармане? Твой любимый рэпер это Baby No Money. Бэдбани, бэйби, на бите иксу, новый кэш, мани, эйби. Мой дорогой лук не потянет хайбист, я Манхэттен тайп, бич. Аромат Голливуд, у, Голдстатус, Майбах, ее вайбы, ку-ку. Чеша, не слышно еще ничего. Пять утра на полу, у, Бэдбани, Айкона, не скажут ку-ку. У, такая зайка.
сказал про Baby No Money, по-моему, раскладку его типа начала пародировать, я правильно понимаю? Или нет, или не показалось? Ну, блять, типа, она дальше несколько строчек читает в ритмике, которую он читает, как будто бы. А, нихуя. А кто такой Baby No Money? Мне показалось. Это которая Канада, ла-ла-ла. Это парень этой, которая со страшным пальцем это, большим. Это армянин написано справа же. Да, канадский рэп-исполнитель армянского происхождения. Да, Волош? Я не знал, что Канада в Канаде армянский — это один из главных языков, кстати. Да, классика. Ну, половина... Половина Канады под армянами ходит. Я скажу, ну что ты, хули такой, как будто твой стим, блин. Скотт Пилигрим армянин, кстати. Армяне вообще все придумали, говорят. Изобрели вообще все. Смотри, это вот Baby No Money и Rich Brian включи, там, по-моему, вот то, о чем я говорил. Вот это? Вот это. Да, по-моему, тут похоже. А, это песня с ТикТока. Наверное, вот, и она так же читать умеет. Ну-ка, блин, это очень крутое замечание, если это правда. Ну, мне кажется. Твои деньги в кармане, твой любимый рэпер — это Baby No Money. Шита пака, Bad Bunny Baby, на бите X, новый кэш, мани AP. Мой дорогой лук не потянет хайбист, я Манхэттен тайп бич. Аромат гали. Ну, как будто бы нет, да? Но она просто сменила. Нет, она идет типа по тональности, она ниже опускается, типа как по спирали идет голосом, нет? Ну она когда типа это же явно, по-моему, намеренно, нет? Или я? У нас есть еще одна попытка попасть. Так, в кого? Там следующая строчка, можешь показать? Cash Money EP. Вот, shut the fuck up, Bad Money Baby. Это тоже рэпер такой. Вот она в его тональности начала петь. Bad Bunny Baby? Не, просто Bad Bunny. Это популярный рэпер. А он разве не рэпер? Он, по-моему, модель больше, чем рэпер, не? Или нет? Пуэрториканский рэпер армянского происхождения. Она всех армян байтит, сука. А у него что включить? А я самый знаю, популярный да. Включи. Я вот этого не слышал. Ай, горит. Донда там одёнося. Ну это дрыст. Ярик, это же стайковый чититериал. Тони Крох в Германии, кто ленсенёл Хари, как можно сделать магия. Да это же первый рэпер урод. Галат, кстати, так и выглядит. Ну, кстати, да. Это армянский галат. Да я не могу. То есть обычный галат. Ну, что-то с Bad Bunny мне поплохело. Но обычный галат украинский. А этот армянский. Интересно, когда русского сделал? Галат-талант, пожалуйста. Да, блядь, какой галат-талант? Все... Галант-талант, напиши. Галант? Очень классно. Талант. Галат-талант. Галант. Вот, первый же. О, блядь, это жесткий текст. Слышь, они не видят стиль, скиллс, маловат у них для битв, им не верь все. Это как Maybe Baby, только если бы мужской голос был. Это приказ, опирайся. Я, по-моему, слышал, да. На припев надо. Здесь он был давак, что с ним? Я перегибаю, но мне так похуй. Он перегибает, но ему так похуй. Вон она, Maybe Baby, слева сидела, если что. Я такой, можно на паузу, пожалуйста? Можно, пожалуйста, на паузу? А? Я такой, Коля, нужен припев? И ты именно припев скипнул, это раз, два. Там Maybe Baby слева сидела с ним на кровати. Так нет, я увидел, что Maybe Baby сидела, и припев ты пропустил. Припев там, кстати, был буквально галат талант же, нет? Все говорят, да, галат талант. Ты прям конец. А. В нашем дворе... Вот сейчас. Ну, пожалуйста. Пора понять, галат талант. Каждый фанат, это галат талант. Купчина, Дима и Крипа. Я
Ты говоришь, я пропустил припев, и там буквально повторяется тот же кусок, который я воспроизвел только 4 раза подряд. Ты не понимаешь, ты типа за текст цепляешься, тут вайб главный. Сколько раз он говорит, как он это говорит? Не знаю. Оля, ты вообще какую музыку слушаешь вообще, кроме Янглина и Кизару? Слава КПСС. Мэшап, Янглина и Кизару. А еще кого-нибудь? Ну, если вопрос серьезный, давай я так поставлю. Ты кого еще слушаешь? Нет, я такое не рассказываю, это личное. О, понятно, блядь. Вообще себя, да, как... кстати. Зачем? Ты поешь? Да, а ты не видел? По некоему этого, формалину. Фу. А, блядь, не, я видел, как ты поешь, вспомнил. А, все. Хуйня, конечно. Пиздец. Извини. Ну, в смысле, я про текст. А так, исполнение хорошее. Нет, мне очень нравится... Мне очень нравится вот этот видос, где... А ты какую музыку слушаешь? Разную. А какую разную? Ну, разную. Ну, какую разную? Ну, разную. Блядь, что значит разную? Ну, разную. Чё доебался? Он анекдот рассказывает сейчас, я не понимаю. Нет, и потом она... И потом он говорит, ну, дай послушать, что ты слушаешь. Она дает послушать, и там включается 10 песен одновременно. Это, кстати, знаешь что? Это другой прикол вспомнил. Типа, ты Deep Purple уважаешь? Это было у Янчика в шортах. Deep Purple? А у меня, слушай, в шортах что-то еще есть. Deep Purple, да, уважаю. Ребята, кто смотрит Янчик? У Янчика в шортах Яйчик. Бля, Deep Purple это... Ой, блядь. Deep Purple это у которых спектр расходится, да? Smoke on the water. Я путаю. Это который этот... Better Boon, бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Вот это не оно? Нет, это эти... Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Я забыл. Слушай, мы уже с тобой столько знакомы, и я все хочу спросить тебя. А какую музыку ты слушаешь? Разную. Разную? Разную. А какую именно? Ну, разную. Нет, ты не поняла. Жанры какие? Разные. Ну какие разные, сука? Ну такая разная музыка. Че ты доебался, блядь? Ты тупая, блядь, что ли, или как? Какая нахуй разная музыка? Реально нахуй, че ты доебался? Потеряйся нахуй. Ок. Вот на, послушай. Ну, так это не разное, это брейкор. Не-не, там просто это, не слышно, там это их пять. Это за то, что он ускорил, кажется. Да-да-да. Ащи! А если и то не брейкор, а найткор, по-моему, больше. Ярик, будь здоров. Какую музыку слушаешь? Разную? Ярик? Он здесь? Он в моей комнате сейчас сидит. А-а-а, под столом? Извиняюсь, вот это я вообще зря сказал, кстати. Слышишь? Да нет, это все нормально, там просто стол другой есть, там маленькая комнатка. Я дико извиняюсь, но вот я сейчас написал, типа я продолжаю искать мем, написал child meme, и вот это то, что мне Google выдал. Не надо писать child meme. Надо писать child... Я написал child meme, и вот это одна из первых картинок, которую мне Google выдал, блядь. Я не буду это понимать. Какого хуя, блядь? Там раковая анимешка. Так, мне скинули. Текст песни «Шими-шими-я». «Еми-мини-мани-му, я-ни-мини-мани-му, алло-алло-алло, я-ни-мини-мани-му, я-ни-мини-мани-му, я младенец, я-ни-нень, светанула жопой в клипе, я младенец. Пау, мне закинут весь лут, Коля, помнишь, мир младоны?» «Мир младоны, аутфит от Хагис, ня!» Ого. Что вы... Что просто весь чат в ссылках? Вы что нахуй? Шизоиды? Вот нахуй мне эта картинка? Шеф послал нахуй Мальве по телефону. Пиздец. А зачем это грубо? Я вахую. Не, ну лучше пусть весь чат будет в ссылках, чем страна. А вы что это? Вот я вот ты в них такую, блядь, компанию пригласил, Коля? Что это за хуйня вообще, блядь, происходит? Политический юмор. Ну, это хуйня какая-то, блядь. Ну, что ты там ебешься, шлюха, да трахуй со всеми подряд, ну, как обычно, мне только что сосали клитор. Кстати, я побила рекорд по заглоту хуя. Это, по-моему, плохо, нет, Коля? Это пиздец, это... Это нельзя, по-моему, показывать, как будто мы вообще с лицом читать слух. Справа... Это, по-моему, сравни черному пенису большому. Сравни. Фу, сравни. Ладно. А, да, может, есть сравнение на ютубе? Анбоксинг. Черного... нет.
Moscow never sleeps. Sleep. Там, кстати, говорили про то, что я должен купить подписку, типа, потому что я много зарабатываю, это вообще никак не коррелирует. Сейчас бы, блядь, кормить эту, блядь, ВКонтакте деньги отдавать, вообще конченые, что ли. Выбора не существует, как и меня прежней. Я Вайолет Сарингейл. Сарингейл. Иди нахуй, выключи. Спасибо. Пошло добро. Хочешь от него стриптиз? Колумбийская мартини, тини, Moscow never sleeps. Либо это Шаури ночью будет прыгать на тебе, либо папина охрана будет прыгать на тебе. Ты забери меня ночью и купи мне дольче. Девочка так хочет любви твоего тепла. Ты забери меня ночью и купи мне дольче. Девочка так хочет любви твоего тепла. Сегодня за все платит, тут платит. Супер говно. Что-то я нихуя не пойму. Это вот это мод. А, нет, это называется жанр клубня, кто не корит. Да, да. Ну, что-то супер говно, я прям нахуй недоволен. Я так надеялся, что здесь будет какой-то мешап на Moscow Never Sleeps, и здесь просто ничего из этого. Нахуй не назвали так трек. А вы же знаете, погоди, Евнара? Это Moscow Never Sleep? Да. Пиздец. Ребята, да, что за я эти? Не могу найти прикол про ребенка. Это, кстати... Вы знаете Ернара Кадырбекова? Блять. Это из третьего Варкрафта орк какой-то, самурай? Нет. Это не вот этот, где младенец в костюме стоит? До того, но, да. Ну да, тогда знаю. Он очень классный. Я просто пока искал, я искал спешных детей, и нашел Ернара Кадырбекова, и так на сердце тепло стало почему-то. Ернар. Бабушку нашел. Как будто персонаж из Варкрафта, если честно. Блин, реально, кстати, как будто персонаж из Варкрафта. Да, да, орк какой-нибудь. На тебе. Я прям очень хочу ебало калом намазать. О, ебало калом намазать и въебать веслом по хребту. Ебало калом намазать прям очень хорошо звучит, если честно. Как будто батл рэп какой-то. Да, да. Ребенок, ну вот этот играть. Трек прям реально как будто здесь можно заменять все на ня 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 Коля, помнишь? В смысле заменять, раз так и нет? Не, там не так? Ну, очень похоже. Еще мне понравилось, что она все-таки понимает, что она старая про блять. И она упоминает здесь, что ей приходится покупать людей. То есть я думал...
прикол женского рэпа, в отличие от мужского, в том, что, ну, мужчины-рэперы поют про то, как они за бабки всех покупают, а женщины про то, как их все по дефолту хотят. Но здесь она говорит про то, что... что там было-то, где было-было? Ебаться, говорит. Ебаться! Да, но она говорит, что, что типа, я могу приставать к официанту. То есть не официант ее настолько хочет, что вот... А она может им представить, как-то это не... Ну, потому что у нее денег нет много, поэтому в этом же смысл. Что она, типа, такая богатая, что так много платит, что, блядь, она... Не, мне кажется, пар. Просто Галату сложно представлять, что секс может быть бесплатный. Это типа прикол, да? Нет. Или это правда? Нет. А где Галат выглядит, блядь, как вот этот вот вурдалак из клипа Dead Bunny, только типа без грима. Галат выглядит так, мы же про это уже прикалывались. Блядь, мне... Прикалывались над Галатом? Это callback. Папа камбэк закрывает. Я вам покажу ровно на секунду этот прикол, который скинул до соци, но мне с него рыгать охота, честно признаюсь. Это готовы? Давай, может, не надо тогда. Блядь. Это ужасно. Это ужасно. Это даже не смешно, блядь. Где прикол про ребенка? Только что был. Ну это и грустно, а не прикол. Так. Вот бы еще лет 9 хотя бы подождать, и тогда нормас. Да. Что? Манеры, тверкаю сцены. У тебя проблемы, бэйби, мы есть проблемы. Лил на них так много, дрипа не спасет амбрелла. Вся обойма, ту-ту-ту-ту, где твои манеры? Камон, камон, новой кожи салон, бэйби, hold on. Мы пьем, мы дома, дом, перенем весь мой район. Флагзон, заправляю червон, бэйби, камон, камон. Марджелла, комбинезон. Май клипы, XXX, это моя манера. Зависаю с тепором. Это Дора. Я слушаю альбом Шаути. А ты? Я нет. Это, подождите. А, я правильно понимаю, это типа Lil Peep, да? Референс. Почему? Ну, она поет как Lil Peep, как будто бы. Так, ты опять этим занимаешься? Да, почему у тебя все песни похожи на кого-то? Ну, это типа эмо-рэп был, нет? Ну, так... Эмо рэп — это Кая Энджел. Кстати, тут отсылка. Тут, да, Кая Энджел, кстати, да, был. Потому что Кая Энджел раньше был Заветом и был лучше. Когда Завет... Он был Заветом, у него прикольный альбом был. Жил и вообще тема, но дальше как-то хуй-то... О, пошел. Мне у Завета нравится. Да. Выключили свет, мне нравится. Мне. Ребята, нужен прикол при ребёнка. Выключили свет! Выключили свет! Выключили свет! Выключили свет! Ну, поёт она классно, кстати. Очень красиво поет. А мне понравилось, Кани сказал мне, киса, ты теперь новый Изис. Да, Изис, Изис. Подожди, Изис это его кроссовки? Да, да, то есть он говорит, ты теперь новый кроссовок. Не, ладно, на самом деле тут имеет смысл, потому что он же жестко взлетел после того, как Изис и выпустил. Не, мне, вот честно, по звучанию, я... Я думал, это... Да ёба. Извини, я молчу. Он в нее ногу пихал. Ты говори, если что. Я вот тоже думал, как это сказать сейчас.
Прикол женского рэпа в том, что на концерте трусы видно. Чьи? Почему все треки похожи на кого-то? Может, потому что это третьесортное штампованное говно? Как вариант. Это кто такую хуйню написал? В чате. Про Дору. Ну, да? Я Богдан дал вообще. Суки, хватит мне ссылки кидать. Да Суцин сидит и днями сохраняет, чтобы мне как бы мне забанить нахуй стрим. Привет. Привет. Это Дора. Это Пригожин, Женя. Я есть Spotify. А ты? Да в Бахмуте ебашимся. Привет. А в чем прикол? Ну смотри, сначала Дора говорит. Ага. Она говорит: привет, я Дора. Ага. Коля, а тебе какие Пригожин строчки здесь говорит? Понравились? Это же, это Женя Пригожин. Она говорит: я есть Spotify. Ой, погоди, я что-то пропустил. Так она что, говорит, я есть Spotify. А он говорит: а мы в Бахмуте ебашимся. А Бахмут это где? Бахмут это чье? Это... Ух, сказать? Ух. Тёлки меня сосут, я беру Бахмут. Вот это? Коля. Воронеж, напоминаю, Воронеж, он живет в Воронеже. Ну, Бахмут запогоняло, блядь. Сука. Сильный тип Бахмут слышал, да? На UFC ебашится за Россию, слышишь? Я написал смешной ребенок, мне выдали Хасбика, это не то, блядь, ёпта. Хватит, уже больше часа ищешь всех детей интернета. Я заебался, я столько детей уже повидал. А, я хочу детей! В натуре он сидит и говорит, что сейчас, ребята, ребенка, тогда мне нужен ребенок. Я посмотрел уже всех ребенка. Детей, скидывайте новых детей, я посмотрел этих уже, всех посмотрел. Я нашел, я даже такого ребенка нашел, но это тоже не то, блядь. Почему они все одетые? Это не тот ребенок, блядь. Да, его скидывали уже, да. Да я знаю, но это не тот. Принеси мне снимки ребенка. Я говорю, пацаны, смотрите, там как дела. Это новый как дела. Короче, там висит ребенок. Вот. В торговом центре. У него лицо напополам. Нарисуйте уже. Стоп. Такие видео вроде Сливко снимал. Кто это? Да ладно. Вы какие-то вещи знаете, вам не стыдно, блядь, вообще, о чем речь, нахуй, какой Сливко? Это Ярик, тот самый? Сливко шоу, знаешь, такое? Хайпанем немножечко. Блин, а почему я взимаю ссылки, и мне скидывают какую-то хуйню? Да, там файлы, все, файлы. Почему нет Дискорда? Вот там письма. Я открываю по ссылке, перехожу, а там зифайл! О, можно чуть повыше, там строчечка. Коля, это хорошая была очень. Ты молодец. А Вово, Симун в новой коже салон. Это отсылка на Джоджо? Ярик, прокомментируй. Это песня Пола Маккартни, да, вот это Симун? Я думаю, это Дон Симон. Нет, это стенд такой. Но стенд назван в честь песни Пола Маккартни. Нет. 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 Ты ударил его сейчас? Что это за звук? Да. Он зачем? Ему же больно будет. А ему похуй, что мне больно. Он все делает, чтобы мне было больно. А вы типа как это? Мама и мама? Только и папа, я правильно понимаю? Да, да. Yes. Хоть кто-то заметил. Слушай, но на Твиче остался только один папа. Кто? Второй забанен. Black Series. Не, если мы мама и мама. Папа и папа. Вы папа и папа. Ярик, прости. Дрон, блядь. Там пишут, дрон, можно я тебе на темечко, но дудоню? Что мне ему ответить? Мохнатая жопа, перестань скидывать, что ты скидываешь? Я скачал там какой-то видос с грузовиком, я почти уверен, что там видос, типа, как грузовиком переезжают свинью по хребту или что-то такое, там 100% какая-то жесть. Давай, я открываю нахуй, ты полчаса спамишь этот блядский видос, давай посмотрим, ради чего?
Ты сегодня домой не пойдешь, позвонишь, скажешь маме, не жди, потому что на улице дождь, просто дождь и ночные стихи. Это прикольно. Это прикольное видео. 13 секунд смеха. Ой, пиздец. А как посмотреть, что я лайкал? О, нашел. Где? Просто в интернете? Вы смеетесь, я нашел тоже, не спросил, если что. Нашел смешного ребенка. Я ищу смешного ребенка сильно. Это типа Галат талант, только маленький. Детей. Никогда не читать наоборот фразу «оголи жопу». Успокойтесь. А что наоборот будет? У пожилого. Успокойтесь, господа либералы, это так называемый черный юмор. Это важно, говорит. Черный юмор и ребенка нашел черного скина. Да, все, я не открываю ссылки официальные счета. Я скину сейчас это черного ребенка. Зачем? Не знаю, ну а чё? Ну хоть какого-то, блядь. Я ебанусь. Что никто не сказал, что там заправляючи Рона наспела, но когда я так разъебала заправляючи Рон, у меня почему-то Черон это только с этой хуйней про Черончик вишневый из ТикТока. Где ребенок? Какие-то, блядь, приколы про Текин ебаный, блядь, где нахуй дети? Что, детей не лайкают? Перейон — это отсылка на пошлую Молли. Пиздец, у тебя вафочка случилась насчет этого мема с ребенком. Это пиздец, я спать не лягу, блядь. Нет, нет. Может, ты его выдумал подсознательно, ты сейчас понимаешь, что если ты его не найдешь, то это будет значить, что ты сумасшедший, и ты не хочешь, чтобы это было правда. Андрей, давай вот на чистоту. У меня товарищ мой один держит паблик с интернет-приколами. И он видел этот прикол, и вот прикол постил. Я ему говорю, слушай, ты помнишь такой интернет-прикол? Он говорит, я помню такой интернет-прикол. Я говорю, ты не знаешь. Слушай, сейчас история про дверь на балконе начинает. Он меня пишет. Найду. Тебе до соц накидает твоего ребенка. Параллельно тому, как я искал, он типа, ну, короче, да похуй. Он не нашел, короче, в этом история была заключалась. Тебя скинули твоего ребенка вон. Где? Вон да социн пишет. На гиб, сука. Да, вон, да, 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 нашли, сука, я спать. Нашли ребенка смешного, вот он, я скинул тоже в Дискорд. Я говорю, картинка охуенная. Блядь. Он вообще того не стоит. Да. Охуел, что ли, с такой картинкой, блядь. Шморка, блядь. Я теперь понял, почему у нас с тобой бит, нахуй. Или кто ты там, блядь, Андрей? Игорь, блядь. Вообще, это так тупо, потому что если даже сдвинуть, то получится стоп-зыс в одно слово. Там вообще пробела нет. Это смешная картинка. Это смешная картинка, я не зря ее. А ребенок олицетворяет спасибо, войну? Спасибо. Или в чем прикол? Ипа, а тебе сколько лет? 17. Правда? Нет. Блин, просто мысли но такие здравые выговариваешь, как будто умный. Для правоохранительных органов мне всегда 17. И для девочек в давинчике. В Дайвинчике делать? Знаешь, что ты мог зайти в фотошоп и сделать такой же мем с любым младенцем за минуту? Не мог, у меня нет фотошопа. Я все обложки для видео в Paint делаю. Фотошоп онлайн. Ты, блядь, как дед старый, нахуй. Ой, я, кстати, вот этим пользуюсь, он хороший. Он настолько хороший, поэтому... Блядь.
Сейчас, подожди. Он настолько хороший, поэтому для правоохранительных органов ты всегда... Блять, тут огромный младенец, 7000 пикселей, у меня Google Chrome завис. Большой ребенок. Огромный ребенок, 7000 пикселей. Норма или нет, как понять, что не так с младенцем? О, меня зовут Java-разработчик Яндекс.Пэй. Что это? Ой, я придумал лучше. Не надо. Коля, не надо. Все. А надпись? Нет, без надписи. А статью-то читать будем? Нет. Фу, тихо. Сейчас, давайте еще раз. А знаешь, на самом что, деле, кстати... из этого можно извлечь... Знаешь, что дети не умеют чихать? Вы в курсе про это? А если на свет посмотрят? А свет как-то провоцирует чихание? У тебя, по крайней мере. У меня, да. У меня жестко провоцирует. Что? Ты что, ебанутый? Я такое первый раз у бывшего увидел, я тоже не знал, что такое бывает. Слушай, я уверен, что это работает у всех. Если ты вот хочешь чихнуть и чуть-чуть не хватает, смотришь на свет и чихаешь. Блин, прикольно. Коля, смотри, я тебе скинул. Дети не умеют чихать, видео называется. Вообще, знаешь, как это говорят? Называется Babies in Trouble, давай. Чихание — это маленький оргазм, а младенец — это маленький человек. Вы, дети, испытывали большой оргазм. Вот, вот, вот сейчас большой младенец испытает оргазм. Блин, большой младенец оргазм сейчас испытывает, смотрите. А на самом деле из этого груша. Можно извлечь важный урок. Если вы нажрались в зюзю, не стоит снимать видео для социальных сетей. Конечно, если вы не в стример. А с вами был Юрий Хованский, всего вам доброго, до новых... Коля, ты знаешь, как я этот видос начал на самом деле? Как? Короче, это я сидел в Metal Gear, играл, записывал футажи, и я, короче, забыл отключить звук с компьютера. Я обычно делаю захват приложения и свой голос. Но я вот раз забыл, и мне там сижу на фоне этот видос, смотрю. Я скачу по полям, и у меня на фоне вот этот звук, и я начинаю разъебываться в сопли. Просто я сижу, когда смотрю футажи, вижу, что там скачок какой-то есть. Видимо, я смеюсь и такое, типа, смотрю, думаю, чё? И там просто вот этот... А ты фулл стрима смотрел? Нет, я в видосе это вставил, в той части момент есть. Это пиздец. Это охуенно. Это очень смешное видео. А он живой вообще? Да-да. А нахуя? Улыбается, значит, добрый. Да, хвостиком виляет. Улыбается, значит, добрый. Так, мы возвращаемся, кстати. А нет ни одного фита на альбеме, в смысле? Не альбеме? Вреди бенеть.